И всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. Знаете, что я приехала делать? Грибы собирать. Ёпсель-матрёпсель. Говорят, грибы пошли. Сейчас посмотрим. Обшиколушка. Вот такой вот детопровкой. От клещей, комаров и всякого гнуса, так сказать. Ну, на всякий случай. Бо я ж такая красавица, раскрасавица, приехала у нас. Ведерко оператору. Хай собирает, бляха-муха, пока не собирает, не уедем. Ну, это, конечно же, мое ведерко. Мой ножик, супер-нож, супер-нож. Посмотрите на этот супер-нож, который называется Финка НКВД. Да, ё-моё. Хопа. Хопа. Труху тут заржавел. Интересно. Разве это не ржавеющая сталь? Перед вами, друзья, уже по-настоящему осенний лес. Если в городе об этом пока еще не скажешь, хоть и конец сентября, в лесу уже все начинает устилаться желтым ковром. В лес я зашла 2 минуты назад. Сейчас вот еще хожу, брожу тут возле дороги, осматриваюсь, что есть, чего нет. Пока вижу только мухоморы. Красные, наливные, красавцы такие стоят. Вот бы под осиновиков, я не знаю, под березовиков каких-нибудь понаходить. Хоть что-нибудь. Уже реально соскучилась, друзья. Да. И вот здесь такой вот гриб спрятался, смотрите. Стоит прямо под вот этим вот валежником подо всем. Красавец, под березовик большой. И вон еще левый, слева, ребят, вон какой-то красавчик. Вон там он. Шляпка, я не знаю, видно вам или нет. Вон какой-то красавец. Пойду посмотрю, что за он. Не буду специально отключаться. Может, это подосик? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, друзья, это настоящий подосиновик. Посмотрите, какой красавец. Смотрите, даже не отличишь шляпку от листиков. Шляпа цвета листьев. Посмотрите, какой красавец. Вот такой вот красавец, а? Синовик-то совсем молодой, а в нем уже кто-то живет, представляете? О. Но мы его почистили, и такой вот красавчик отправляем сюда, и вот здесь вот еще один грибок. Посмотрим, посмотрим сейчас его сразу. Обычно они червивые часто в шляпках вот здесь. О, нет, ребят, красавец. Еще вон там мухоморы растут. Сейчас я вам приближу их. Вон они. Целая поляна их. Кстати, в отличие от всех нормальных людей, которые ходят в грибы с утра, я выбираюсь в грибы тогда, когда у меня есть время. Я обычно делаю это во второй половине дня. Вот. Ну, вот здесь вот молодничок граничит с вот таким вот лесом, обильно поросшим хом. Да, как сказка здесь получается практически. Я застегиваюсь, хоть и нифига не холодно, я застегиваюсь, потому что эти мерзкие лосиные ши, они просто прям, блин, стрёмно становятся. Они вроде такие, еще и комар, бляха-муха. Короче, смотрите, что я нашла. Я нашла 2 гриба, которые растут поодаль друг от дружку. Один вот такой вот, что это такое, интересно? Что это? Я даже не знаю, как он называется. Но, наверное, это подберезовик. Вроде не горчит. Можно брать. Оп, ножку. Хаблысь. И второй. Оп. А самое интересное, они сейчас не червивые нифига. Обожаю такой лес, в котором можно просто спокойно идти, не продираться нигде, а просто идти и кайфовать. И вот еще грибочки.
Я не знаю, что за они. Если знаете, напишите в комментариях, что это такое. Наконец-то, бляха, муха, эти, о, о, паскудина, а, посмотрите. На, бляха, на. Шите. Надо нормально собирать грибы. Ой, еще, ребятки, подберезовичек. Один красивый подберезовичек, второй красивый, недалеко друг от дружки растут. Такой раз. Ага, чистенький, красавец. И вот он еще второй здесь, видите? Да у вас. Опа, опа, опа. Недалеко от этого же места я нашла вот такой, ребятки, походу это боровик. Смотрите. Или не боровик, но это точно какой-то съедобный гриб, который можно пустить на супец. Вот видите, они в таком леску растут, типа молодой, с упавшими березовыми листиками, прореженный и недалеко от мухоморов, что примечательно. То есть вот если получается, я вижу мухоморы, вот такие вот, где-то могут быть и нормальные съедобные грибы. Здесь кто-то по мухоморчику походил. Не уважил его. А вот тут вот могут быть подберезовики тоже вот в этом вот папоротнике торчать. Самое интересное. Просто нагибаетесь вот так ниже и просматриваете. Я уже, видите, застегнулась. Почему? Потому что прилетают вот эти вот шойды. И не дают спокойно. Просто прям цепляются вот так вот. Они вроде бы сразу и не кусают. Оказывается, я изучила эту информацию. Эти вши типа для человека не опасны, но вариант того, что они скинут свои крылья, а они скидывают свои крылья и после этого заползают куда-нибудь в волосы или это под животным. То же самое может быть с человеком. И вы просто-напросто можете его потом найти у себя где-нибудь в волосах. О, я же говорила, ребятки, нашла еще один красивый. Смотрите, я не обманываю. Он растет вон там, он. Приближаюсь к красавчику. Да, ребят, растут они, конечно, сразу такие хорошенькие. Штучек 20 таких насобирать, и уже суп готов, понимаете? О, а, это у нас подберезовик. Чтоб не думали, что обманула. На! Вот он, вот он, вот. Вот я его поймала. Беднин, еще один! Вы видели? Еще один. Они вообще оборзели. Какая жесть. Наша Юлька режет грибок. Вот такой красивый. А мы не будем... Да, бляха, муха! Лезет, бляха, прямо во! Во! Ё-моё! Во какой красавец. О, 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 ой, какой, ребятки, посмотрите, какой красавчик. Просто нереальный. Ой, 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 и крепенький, и крепенький. Просто вообще. Ну это ж кайф.
Вот такой вот подосиновик красивый. Ваша Юлька нашла. Гриб в экран практически, посмотрите. Вот такой подосиновик гарный. Попадаются грибы, но попадаются уже не маленькие, а ребят вот такие, понимаете? Ну, это, наверное, гриб, которому дня 3-4, подосиновик. Посмотрите, да, вот, ребятки, ручка моего ножа, а это гриб, слушайте, они почти одинаковые, это очень красиво. Еще один точно такой же темненький, красавчик, а, посмотрите, какой, ой, о, такая красота. А я стою здесь, снимаю видео. О том, как здесь красиво, как здесь легко дышать. А он стоит у меня прямо под ногами. Вот такой вот красивый подберезовик, ребят. Давайте поздороваемся с дядей клещом. Возможно, заразным. О, видите? Вообще-то здесь дотопроф напшикан. А он все равно ползет. Видите, вверх. Умирай. Ты должен умереть, тварь. А он не хочет умирать. О, он у меня на палец зацепился, видите? И пополз. И пополз. Идешь такой, идешь, и цвет такой, знаете, везде темный. И ты такой хоп, и чуть-чуть присмотрелся. А они вот тут. Один вон, и вон второй. Второй кто-то сбил, видно, проходил. О, вышла на дорожку, иду вдоль дорожки, только включила камеру и сразу нашла гриб, ребят. Глядя с дороги. Направо в сторону я нашла очень красивый подберезовик. Вот он. Такой красавчик. Оп. Вот такой красавец. Вот такой. Красота. Вот здесь вот нашла один. А вот здесь решила пройти. Ребята, я такого давно не видела. Я такого, ребята, давно не видела. Боже, какие они красивые. Посмотрите, один. И вот здесь второй. Обалдеть. Слушайте, это уже, наверное, подосиновики тогда получаются. А? Или все-таки подберезовики? Больше на... Не, наверное, подберезовики просто вот такие вот красивые, ребята. Сразу зачищаю. Нужно тут немножко походить, побродить, посмотреть. Может, еще будет какой-нибудь красавчик недалеко расти. Потому что теоретически почти три... Почти, в смысле почти. Целых три гриба с одной поляны получается. Еще один. Ого! 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 О, ребятки! Это просто... Это же подосиновики! Три штуки. Три штуки. Три штуки. Класс, да? Крепенькие такие. Ай-яй-яй. И вот еще один. Да, здесь влажно. О, стало коленом. Сразу влажно стало колену. Подосиновики большие. Видно, просто никто на них не наткнулся и не собрал. А мне, ребятки, повезло. Я их нашла. Слушайте, ну у меня уже даже целая ведерко насобирает. Смотрите. Да бляха, там кто-то лезет. Есть кто вот здесь? Кто-то в рот пытается залезть, я не могу понять, кто. Опа. И еще один. Вот такой красавец. Блин, ребят, какие красавцы. Ё-моё. Прям два. Два растут, и знаете что? Мыши их обосрали.
Вы думаете, я гоню? Нет, я не гоню. Их мыши обсирают, вы понимаете? Говно мышиное, вот сверху. Рубрика «В поисках говна» продолжается. Если вы думали, что олени, какашки в лесу – это единственное, что можете встретить, я могу вам сказать, что говно можно встретить мышиное на грибах. И еще один. О, ребята, толстопузика. Ой, какой. Грусть. В смысле, грусть – это гриб, а не грусть и печаль. Так. И вот сейчас буду прочесывать вот этот вот молодничок вдоль и поперек, так сказать. Здесь вообще, что ли, никто не ходил? Такие длинные всякие торчат, здоровые. Вот это вот. Вроде зонтик, а может и не зонтик. Но похож на зонтик. А уже и поганка. А вот так вот в наших лесах орудует краед. Очень вредная зараза, здоровые такие черви эти. Их даже не раздавишь. Все, иду по молодничку. О, ребятки, лисички. Кстати, сегодня лисичек еще до этого не было. А вот, пожалуйста, лисички. Просто невероятно красиво, обалденно. Ой, а там вон, ребятки, походу боровик. О, ребята, обалдеть. Я сегодня еще таких не встречала, ребята. Настоящий боровичок. Настоящий боровик. Как вы думаете, интересно, как он? Давайте проверим. Ой, же трухлявый. Такие грибы просто, я думаю, лучше развешивать на какие-нибудь веточки деревьев. Как я обычно это везде делаю. Вот так. И вот так. Чтоб ничего не съела, просто споры разлетались, когда подсохнет. Красота. Кто мог подумать, да, что он там? Там. Прям вон там, прям вот, вот там будет расти гриб. Уже все, уже в это ведерко не помещается. Наконец-то. Что-то нашли. Опа. Слушайте, они просто достали их. Просто, ну, столько вот этих вот тварей. Они просто надоели. Смотрите, где он сидит. Вот здесь. Он сидит вот здесь. Прикиньте. Вот здесь. Красопед, да? А он еще один, ребят. Вот еще один. Вот еще один. Оп. Хорошо. И смотрим. Вон еще. И вот еще. Ребята, посмотрите. Вот красавчики. И вон какие малыши красавчики. Они только пошли, ребят. И вон, вон там, вон, да, свежачок какой, ребята. А вот и молоденькие осенние опять, ребят. О, красавчики. Опа, мы их сейчас настругаем. Они здесь есть. С больших ножки лучше срезать. С маленьких тоже сразу все посрезаю, чтобы потом дома было меньше перебирать. Даже червиво уже есть. Малыши. О, какие красавцы, посмотрите. Раз. Раз.
Раз, можно вместе с лисичками их на жарку. И здесь эти летучки. Везде просто. Как они надоели, ребята, эти летучие твари. А? Они просто везде. Сколько здесь этих козлов бегает. О, вон еще какие красавцы. Ой, какие красавцы. Скоро уже совсем закат. Продолжаю собирать грибы. Вот этот вот отлепляем. А вот этот у нас гриб нормальный прицепился. Ну и здесь рядом, недалеко от них, растет целый подосиновик. Смотрите. Никогда не скажешь. Можно подумать, что это какой-то, не знаю, там, ядовитый гриб, потому что он стрёмно так сидит. Но это на самом деле эти подосиновик. Оп. Просто вот, ребятки, вот они, опятушки такие, а. Смотрите, ну можно ножку троху обрезать у тех, что побольше. Опа. Вот столько вот грибов получилось насобирать. На самом деле это, наверное, за последние несколько лет один из самых лучших выездов, учитывая то, что он был, состоялся на протяжении, наверное, где-то 2-3 часов. Я думаю, что это просто отменный результат. Были и опята, были подберезовики. Опята вот отдельно без ножек в пакет решила, приняла решение насобирать. Здесь переехали в другой лесок, немножко, чуть-чуть подсобирали подберезовиков. Вот. Ну и, в принципе, подосиновики мои любимые были, и были даже лисички. Это здорово, я могу вам сказать, что больше всего сегодня было вот этих тварей. Вот такая грибалка, друзья, получилась. Если вам нравятся такие видео, если вы тоже любите сходить в грибы, съездить на рыбалку и вообще предпочитаете активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.